Лео рисует? Привет, я Блэк, я хотел бы порисовать. Привет, я Макс, я рисую и показываю вам, как рисовать. Привет, Блэк, ты хочешь порисовать? Да, я как раз это сказал ребятам, что хотел бы с ними порисовать. Что-нибудь крутое. А что, интересно, для тебя крутое? Ну, например, какая-нибудь спортивная игра. Дай-ка подумать, ты играешь в футбол? Да, мне нравится погонять мяч с друзьями. Тогда мы сегодня нарисуем мячик для тебя. Футбольный. Это здорово. О, а это не сложно? Нет. У нас все получится, Блэк. У тебя все получится. И у ребят получится. Ребят, рисуйте с нами. У нас все получится. Вместе мы рисуем восковыми мелками. Лео, школа, сад. Яркие, сочные, доступные. И, конечно же, будем раскрашивать акварельной краской. А акварелька называется Лео, школа, сад. Медовая акварель 24 цвета. Сочная. И все, что нужно для творчества, у нас есть. И я, конечно, есть тоже. Блэк, ты тоже. Для работы, ребят, нам нужен черный мелок восковой. И мы нарисуем шар. Шар, но на самом деле мы будем рисовать круг, потому что шар это то, что такое объемное. Мяч. Да, мяч. А круг это плоское. К примеру, лепешка. И мы рисуем мячик. Шарик. Кружок. Вот так вот. Раз. И все готово. А как это ты так быстро и просто нарисовал круг? У ребят, думаешь, получится? Я думаю, ребят, у вас получится. Даже если он немножко, не очень ровный, вот как у меня, он все-таки идеальный. Это все-таки лучше, если бы просто обводили. Потренируйтесь, у вас получится. А посерединке мы нарисуем узор. А давай нарисуем такой классический узор из пятиугольников. Ух, пятигранников, да, пятиугольников. Нарисуем действительно. Пятиугольники мы рисуем так, в разные стороны. Вниз соединяем. Получается, как звездочка пятиугольник. От него мы отводим 5 лучиков в разные стороны. Ого, не спеши, а то ребята могут не справиться. Нет, я ни в коем случае, ребят, не спешу. Все просто. Круг, пятиугольник, лучики. Это легко запомнить. А дальше мы рисуем от каждого лучика по 2 лучика в стороны отходят. Такие вот штуки у нас получаются. И теперь ты видишь, что получилось? Теперь я вижу, что это просто-просто супер. Ты так просто показал, как можно нарисовать такой мячик. Раскрасим? Конечно же. Бери кисточку и раскрашивай с нами. Намочим кисточку и возьмем сначала серый цвет. А почему серый? Я думал черный. Серый цвет, потому что мы хотим показать объем. Мы возьмем немножко воды, немножко серого цвета и добавим в наш мячик. Вот так его покрасим. Чуть-чуть по бокам, немножко добавим серого цвета. Это очень важно, когда в палитре акварели есть серый цвет. Ребятам его не надо смешивать и легко пользоваться. Серым цветом мы показали объем. Вот здесь свет попадает на мячик. А здесь он уже темнее. Это здорово. А вот теперь, как ты хочешь, Блэк, мы берем черный. А, вот только я не знаю, какие цвет красить, вот какие вот штуки, пятиугольники или шестигранники. Что красить, а что не красить, непонятно. Я, ребята, вам подскажу. Вот то, что посередине мы нарисовали, вот то мы и закрасим. Очень легко и просто. После этого вокруг мы закрашивать ничего не будем. Вокруг этого пятиугольника. А рядышком, вот здесь, мы закрасим. И получится у нас очень яркий мячик. Легко его было нарисовать, легко раскрасить. Ого, это как будто я его пим и пнул, и он летит. Может быть и летит. Ребят, если у вас есть желание, то рядом, вокруг, вы можете нарисовать немножко травы. Это поможет ассоциацию с футболом на вашей картине поддержать полностью. Добавьте немножко зеленого цвета вокруг мячика. Немножко размажьте его или можете нарисовать вот такие мазки. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. И у вас будет настоящая трава, газончик. И даже если вы рисуете зимой, у вас получится потрясающая футбольная картина. Она была достаточно простая, чтобы Блэк мог ее нарисовать. Блэк, все ребята смогут нарисовать. И ты, и я, и ребята, а девчонки тоже. Ох, это здорово. Буду ждать ваших шаров и мячей. И, конечно, играйте в футбол, рисуйте и подписывайтесь на наш канал. Наш канал называется Лео Рисует. Можно его найти на YouTube, в Instagram, подписаться в TikTok и ставить нам лайки. Ребята, футбол и рисование. Вот что нужно нам. Пока-пока.